Привет, друзья! Сериал «Больше, чем любовь». Главная героиня сериала получила серьезную травму в ДТП. В больнице врачи сообщают ей очень плохие новости. Позвоночник был сильно поврежден, поэтому она передвигаться сможет только в инвалидной коляске. Вадим, будущий жених Вики, узнав такие новости, решает бросить ее. Но нашей героине некогда унывать. У ее отца больное сердце, нужно немедленно сделать дорогостоящую операцию. Все эти нехорошие события приводят к тому, что у Вики начинается депрессия. И виновным во всем этом она считает второго водителя, из-за которого и случилась авария. Это был Артем, который свою вину признает и пытается хоть чем-то помочь девушке. Ему удалось переубедить Вику пройти лечение и реабилитацию, чтобы она вновь могла ходить. Артем во всем ей помогает. Вскоре у ребят появляются взаимные чувства, но парень оказался не тем, за кого себя выдает. Спасибо за ваш просмотр, оцените, пожалуйста, данное видео и подпишитесь на наш канал. До встречи!